Братуха, места есть, да? Есть, есть, давай. Давай быстрее, да что ты вообще едем, давай. На туре тут такое дагестанское настроение в автобусе. За проезд заплатишь? За проезд заплатишь? Салам алейкум. Алейкум салам. Красиво здесь. У тебя билет есть, да? Кроме мексиканцев все есть, по-моему. Земляр, ты старший тут, да? А? Деньги ты берешь? Да. А что, не платили? Красиво. Салам алейкум. Смотри, смотри, какой нормальный мафон такой. Я уже кошечка. Не, у тебя же, братуха, я слышал, и проигрыватель тоже есть. Бобиновый такой. Нет, нет, пластинки, пластинки. Ну пластинки же я же говорю. Нормальный ход. Такой, короче, кусочек Дагестана здесь, в Москве. Здесь по-моему, это камера наблюдения, хоть там зачем, объясни мне. Казиношная камера наблюдения. Ты вот местный такой мыслитель. Нет, я двухместный. Двухместный, вот как раз два места хапнул. Реально двухместный. Да, вот так вот. Есть еще что сказать? Передать на родину, что есть, да? Мама, я вернусь. Все, земля.